Добрый день! Сегодня в своем видео я хотела вам показать видеообзор на семена, которые прорастают для рассады. Купила я впервые в жизни, садила я ее тоже первый раз, никогда этим не занималась, и это не мое, просто решила проэкспериментировать. Конечно, потом эта рассада пойдет к бабушке на огород, но для эксперимента я вот зашла в магазин, проконсультировалась с продавцом, она мне посоветовала. Взяла, купила средства для лучшего прорастания рассады, землю и, естественно, вот такое вот импровизированное кашпо. Семена эти называются оранжевый папа F1. В пакетике было 8 штучек, стоит около 2 долларов. Ну, посмотрим, как они будут по вкусовым качествам и по устойчивости к разным заболеваниям. Потому что, со слов продавца магазина, очень хорошие семена. Вот, в принципе, все, что я вам хотела показать и рассказать. Подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего полезного и интересного для себя.